Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня для вас хочу приготовить очень вкусные грибы, маринованные вешенки. Готовятся очень просто, а самое главное быстро. Итак, смотрим. Для этого рецепта я приобрел вот такие вот вешенки. В принципе, везде они продаются, легко и купить. И вот из этих вешенок я сегодня приготовлю первоклассную закуску, как на новогодний стол, так и на любой праздничный стол. И как всегда, конкретное количество ингредиентов я укажу под видео в описании. Итак, приступаем сначала к грибам. Пиши с новой строчки. Обед. Подчеркни. От супа отказалась. Для начала нам надо отрезать вот эту твердую часть у грибов, так как они нам просто не нужны. Вот все я отрезал, буду использовать в других рецептах. Нам нужны только шляпки от грибов. Итак, друзья мои, с грибами я разобрался, все я приготовил. Теперь я сюда в казан засыпаю соль и сахар. Посуда нам нужна толстостенная, чтобы у нас все равномерно прогревалось. Добавляю сюда специи. Добавляю я сюда масло подсолнечное и добавлю я сюда немножко воды для того, чтобы у нас создалась паровая баня. То есть мы будем грибы буквально тушить, а потом грибы дадут свой сок и будем готовить в собственном соку. Добавляю я сюда уксус и отправляю казан на сильный огонь. На сильном огне у нас вода закипела, теперь я огонь делаю средний. И готовлю их после закипания ровно 7 минут под закрытой крышкой. Все, прошло у меня 7 минут, выключил я газ, накрываю крышкой и пусть остывают до комнатной температуры. Все, грибы у меня остыли, выложил я их вот сюда вот в банку. И теперь я банку отправлю в холодильник. И как только они у нас остынут, можно их уже подавать кушать. Но через сутки они будут еще вкуснее. Итак, друзья мои, прошло у меня буквально 2 часа, грибы у меня остыли, их можно подавать на стол. Поверьте, вкус таких грибов просто потрясающий. Добавил я сюда лучок, укроп и можно уже кушать. Приятного всем аппетита! Готовьте на здоровье, вы не пожалеете. А кому понравился мой ролик, как всегда ставим палец вверх, подписываемся на мой канал. Давайте, давайте! Не сомневайтесь. Всем пока-пока.